студенческая пора – это не только учеба, но и конкурсы красоты, такие как «Мисс Университатя», к которому с нетерпением готовятся красавицы-студентки. Важнее в университетской жизни – быть красивой или быть умной, примерной студенткой? Я думаю, что надо уметь это совмещать, потому что иногда нужно и одно, и другое. Умной и красивой. Есть импортанцы вещи интеллигента, шифрумаса, шифлетешти, качфизик. Фрумусетя, ну, требуется липсацка, ланчофата. Импортант, кредко, есть еще интеллигенца, штиенца. Требуется студиать, требуется иметь софи формации, со студией. Женщина всегда должна следить за собой, особенно мисс. В университете, конечно, нужно быть поскромнее, потому что учителя строгие, надо быть мирной ученицей. Сегодня же собираешься покорить зал и жюри. Ну, зал собираюсь покорять своей харизмой, своим чувством юмора, который также будет на сцене, своей красотой, конечно, и своей энергией. Своей уверенностью и, конечно, красотой. Внутренняя энергетика, я постараюсь быть по максимуму позитивной, побольше улыбаться и открыть все свои самые положительные качества сегодня. Принфап тукасун коммуникабила, притянулась, очень весело, кратко журила, протяла, не вел. Ам все чарк с зимбяскат маймост. Он зимбят синчор шформас. Сунси эдукаторы, рафинаты, и, кредко, ам шанси энсяра часто. А сами члены жюри какими критериями руководствовались, выбирая первую красавицу? Раз мисс университет, значит, по интеллектуальным данным, первые, что можно сказать, какие критерии. А так я лично смотрел на, то есть брал во внимание все критерии, и физические, и интеллектуальные. Мне должна была девушка обязательно понравиться. Вот и внешне, естественно, но вот, наверное, и своей искренностью, может быть, чтобы человек был абсолютно настоящим. Соответствовал ваш выбор с выбором остальных членов жюри? Посчитали все пункты, и победительница оказалась и моей победительницей. Я думаю, всех, потому что все сказали «да». Она была такая самая-самая заметная. Такой боец, вот видно, что человек пришел победить. Титул мисс. Думаешь, даст тебе возможность хорошо устроиться на работу? Титул мисс? Не знаю, насколько он даст мне этот шанс, но с точностью он даст мне уверенность в себе. И уверенность очень много значит, когда тебя принимают на работу. Это чувствуется.